По творчеству это, конечно, необъяснимо. Тут ты не напишешь ни кандидатскую, ни докторскую на эту тему. Это на уровне интуиции, наития, какого-то божественного столба, связь твоя какая-то со сверхъестественными какими-то силами, с добрыми, конечно. Вот. То, что я говорил, что Антон Павлович говорил, что он некоторые сочинения просто в полубессознательном состоянии писал, это я понимаю. Я понимаю, потому что вот сатирическую поэму «Мужик» я написал, например, за 2 дня, за 2 суток. У меня была температура 40,5. Я лежал просто полуумирая. И все равно я своей жене сказал, дай мне лист, дай мне 2, дай мне 3. И я написал эту поэму за 2 суток. Вот. Скажут халтурщик, конечно, разве можно за 2 суток написать поэму? Ну, пусть говорят. Вот. А, четверостишье. Не ведая ни славы, ни овации, творцы священные дарят людям труд. Как тяжко современникам признаться, что рядом с ними гении живут. Вот поэтому то, что я вот писал, береги своих гениев, Родина, вот надо беречь гениев нашего Отечества. Не завидовать им, а оберегать и помогать им творить. Вот, и не завидовать. И силы новые давать им. Потому что это люди Богом избранные.